Доброе утро, уважаемые коллеги. Итак, мы переходим к вопросу об особенностях иммуноопосредованных нежелательных явлений чекпоинт-ингибиторов. На сегодняшний день, уже Рашидовахина сказала, зарегистрированы три препарата. Какие препараты? Это ипилимумаб, препарат, который зарегистрирован, который является ингибитором CTLA-4 рецепторов. Это применяется он при меланоме. Это пембролизумаб, препарат, который против PD-1, он зарегистрирован у нас в Российской Федерации, подчеркиваю, при меланоме, при немелкоклеточном раке легкого. И ниволумаб, препарат подобного действия пембролизумабу, он зарегистрирован при двух показаниях. Это меланома, рак почки и немелкоклеточный рак легкого. Что же такое иммуноопосредованные нежелательные явления? Это явления, которые обусловлены как раз вот действием препарата, связаны с введением препарата и вызывают аутоиммунные изменения в организме, аутоиммунное воспаление. И что можно отметить по поводу этих препаратов, которые мы с вами перечислили, что они отличаются по своему спектру нежелательных явлений. Вот препараты, которые последнего ряда, анти-PD-1, они имеют более благоприятный спектр нежелательных явлений, нежели препарат такой, как ипилимумаб, то есть против анти-CTLA-4. И механизм действия этих препаратов, не механизм действия, а даже механизм возникновения нежелательных явлений, он, конечно, обусловлен механизмом действия этих препаратов. Если препарат такой, как анти-CTLA-4 и ипилимумаб, воздействует на уровне еще лимфатического узла, то препараты вот уже другого ряда, анти-PD-1, пембролизумаб, ниволумаб, они действуют на уровне микроокружения. Иммунокомпетентные клетки, они сохраняются не только на Т-лимфоците, они сохраняются и есть и на других клетках, чем и обусловлен терапевтический арсенал тех осложнений, которые мы наблюдаем. Иммуноопосредованные нежелательные явления, они имеют определенную локализацию. Уже сегодня Рашидовахина говорила, это совершенно другие осложнения. Они связаны с тем, что моноклональные антитела достаточно долго циркулируют в крови, обуславливают не только эффективность этих препаратов, но и обуславливают их токсические действия, то есть нежелательные явления. И основными локализациями этих нежелательных явлений является в первую очередь кожа, желудочно-кишечный тракт, печень, эндокринная система, нервная система, дыхательная, и бывают редкие еще локализации, о которых остановимся несколько позже. Как видите, здесь мы не видим тех вот осложнений, которые мы наблюдали при использовании цитостатиков, например, гематологической токсичности, на что следует и обратить внимание. Итак, в первую очередь мы переходим на те нежелательные явления, которые обусловлены применением блокаторов CTLA-4. В настоящее время в эту группу, еще раз повторяю, зарегистрирован препарат ипилимумаб, который применяется для лечения метастатической меланомы. В первую очередь, на что хочется обратить внимание, что эти нежелательные явления имеют дозозависимый характер. В настоящее время зарегистрирована доза для лечения 3 мг на килограмм веса. Вот. В адъювантном режиме FDA одобрила применение в дозе 10 мг на килограмм веса. Так вот, если используется большая доза, то осложнения более выражены и имеют большую частоту. Все осложнения можно разделить на несколько групп. Это очень частые осложнения, больше 20%. В основном это изменения со стороны желудочно-кишечного тракта в виде различного вида колитов. Это кожные осложнения. Менее частые – это изменения со стороны печеночной, со стороны печени, изменения лабораторных данных. Это эндокринопатии типа гипофизита, тиреоидитов, надпочечниковая недостаточность. И очень редкие осложнения, которые уже встречаются менее чем в 3% случаев, это осложнения со стороны органов зрения. Это панкреатиты, могут быть нефриты, различные нейропатии. Я еще хочу обратиться к аудитории. Поднимите, пожалуйста, руку, кто из аудитории имеет опыт применения чекпоинт-ингибиторов. Ну, достаточно много, я хочу сказать, поэтому я думаю, что дискуссия может быть, и наверняка вопросы появятся. Итак, проведено большое такое обобщенные данные о применении ипилимумаба, о нежелательных явлениях у пациентов почти численности почти 1500. И посмотрите, эти нежелательные явления встречаются практически у всех пациентов. Частота их
их достигает до 90%. Но в основном эти явления, они носят невыраженный характер, то есть степень этой токсичности первая, вторая. Тяжелой степени токсичности, она тоже немала, достигает 25%, иногда даже у половины пациентов. И летальные исходы, если вы видите, всего где-то меньше 1%. То есть это говорит о том, что доктора, которые начинают лечить пациентов с данными препаратами, конечно, должны быть и хорошо сами осведомлены о возможных осложнениях, инструктировать пациентов. По частоте осложнений, как я уже говорила, наиболее частые осложнения – это со стороны желудочно-кишечного тракта и со стороны кожных покровов. Как видите, все нежелательные явления 3-4 степени, они где-то наблюдались при применении ипилимуба вот этой большой когорте пациентов, около 1500, около 18%, со стороны желудочно-кишечного тракта около 9%, со стороны кожи эндокринопатии менее 3%. И если мы будем говорить о сроках возникновения, то где-то у 40% пациентов все-таки эти явления возникают в первые недели лечения, в первые месяцы лечения, я так бы сказала, и время до разрешения нежелательных явлений также в первый период, то есть в период индукционной фазы, то есть в первые 12 недель лечения. Если посмотреть о их сроках возникновения и разрешения, на первом месте у ипилимумаба антисетили-4 препаратов возникает токсичность со стороны кожи. Это где-то на третьей неделе лечения разрешается, к десятой. На втором месте желудочно-кишечные изменения в виде колитов. Эндокринопатии возникают чаще, уже где-то после шестой недели, и могут продолжаться достаточно длительный период. И в этом же периоде могут появляться изменения со стороны печени в виде и клинических проявлений, а чаще всего изменений лабораторных данных. И на что хочется обратить внимание, что существует корреляция между частотой госпитализации пациентов с нежелательными явлениями и клиническим опытом докторов, которые проводят лечение. Вот это исследование было такое проведено, как видите, частота госпитализации, конечно, значительно уменьшается, если опыт большой. В общем-то, это и подтверждается на практике. Как только начинаешь работать с препаратом, вопросов возникает много, и желание госпитализировать пациента, оказать ему помощь, при любом виде нежелательных явлений, она достаточно велика. Со временем уже привыкаешь, и знаешь алгоритм ведения, и, конечно, число госпитализации уменьшается. Несколько слов о более конкретных примерах, что же происходит, например, со стороны желудочно-кишечного тракта при назначении препаратов, таких как ипилимумаб. Диарея, боли в животе. Все степени достигают до 45%. Третья, четвертая степень, средняя, где-то я вам говорила, 9% в том большом исследовании, которая достигала 1500 пациентов. Вот. Но может быть и большая частота, больше 10%. Перфорация кишки – редкое осложнение, но может быть наблюдаться у 1% пациентов. И если мы сделаем пациентам этим колоноскопию, я не буду останавливаться на алгоритме оказания помощи, колоноскопия как и дифференциальный диагноз, что же происходит с пациентом, это нежелательное явление, либо это сопутствующая патология, то мы видим отечность, гиперемию, и чаще вот по последним данным, все-таки подвергаются осложнению дистальные отделы толстой кишки. Если посмотреть на биопсию, какие изменения происходят при данном нежелательном явлении при колите, ну, это, конечно, лимфоидная инфильтрация, то есть это аутоиммунные процессы со стороны кишки, и могут появиться микроабсцессы, что, естественно, является угрожающим фактором возникновения септических изменений, перфорации кишки. И конкретный случай нашей пациентки, которая лечилась ипилимумабом, молодая женщина, по поводу диссеминированной меланомы. После третьего введения ипилимумаба, к сожалению, мы видели вот такое грозное осложнение. У нее был выраженный колит, изъязвление слизистой до мышечного слоя. Применение глюкокортикоидов не привело к положительному ответу. Мы использовали иммуносупрессанты в этой ситуации. И, как видите, положительную динамику достигли. Больная была вот этого нежелательного явления
спасена и продолжала в дальнейшем лечение. Кожная токсичность. Кожная сыпь может наблюдаться тоже достаточно часто. Это второе по частоте нежелательное явление. Различная сыпь может быть появляться. Появляется, как вы помните, она уже с третьей недели на фоне лечения, и пелюма может появиться. И чаще всего еще сочетается с каким-то нежелательным явлением. У данного пациента, молодого человека, была распространенная сыпь на фоне лечения, пелюма в сочетании с диареей, которая потребовала госпитализации и применения глюкокортикоидов длительный период. На что хочется обратить внимание? Что эта токсичность может появиться первая, не сразу ведь, после введения препаратов, и она может сохраняться долго. Вот эта пациентка, она закончила лечение тремелюмаба, мы еще тогда работали с Владимиром Михайловичем Моисеенко в отделении, использовали этот препарат, тоже антиситиль-4 в клиническом исследовании, и через 2 года после окончания лечения у больной сохранялись кожные явления, при этом сохранялась эффективность лечения, что очень удивительно. То есть моноклональные антитела, они запускают механизм работы организма против опухоли, не непосредственно противоопухолевый эффект, и этот механизм, он работать может достаточно долго. Гепатотоксичность. Пациентка приходит на очередное введение ипилимумаба при абсолютном благополучии, при отсутствии каких-либо жалобах, при контрольном обследовании биохимического анализа крови уровень трансаминаз больше 1500. То есть это токсический гепатит, который обусловлен, конечно, введением ипилимумаба. Это вот такая вот отсроченная реакция, которая возникла на 43-й день введения, что потребовало госпитализации, проведения специфической терапии. И, как видите, явления были разрешены. Больная в дальнейшем продолжила лечение, но уже не ипилимумабом. Еще какие могут быть осложнения? Мы говорили с вами гипофизит, эндокринопатии. Гипофизиты. Встречаются они где-то до 10-15% случаев. У нас в нашей клинике эти случаи были единичны, хотя пролечили мы достаточно большое количество пациентов, более 100 ипилимумабом. А вот москвичи говорили о более частом этом осложнении. Возможно, мы тоже эти осложнения нивелировали под симптомы такие, как слабость, головные боли, какие-то общие симптомы, которые не всегда могут быть и трактованы верно. Хотя перед началом лечения советую вам, и, в общем-то, это прописано в дальнейших рекомендациях, консультировать пациента у эндокринологов и сдавать базальные анализы ТТГ, Т3, Т4 для того, чтобы прослеживать дальнейшую судьбу пациента в дальнейшем. Итак, если мы общее подведем те осложнения, которые мы наблюдали при применении антиситиль-4 препаратов, то есть ипилимумаба, то можем сказать, что большинство этих осложнений возникает в течение индукционной фазы, возможно, позднее их появление, начало этих осложнений. По литературным данным описано случай, когда осложнение возникло через почти 4 года от начала применения препарата. То есть об этом нужно, конечно, помнить. Они могут иметь волнообразное течение, особенно когда неправильно ведется больной и неадекватная доза применяется глюкокортикоидов. Об этом еще будут мои коллеги говорить. Осложнение может вернуться еще и с большей силой. Лечить нужно пациентов будет долго. Используются кортикостероиды и должна быть обязательно терапия длительной. Очень коротко об этом уже будут говорить. Иммуносупрессивная терапия не влияет на эффективность чехпоих ингибиторов, о чем было сказано на АСКО в 2015 году. И чем раньше мы применяем глюкокортикоиды, тем быстрее мы уходим от этих осложнений. Вторая группа препаратов – анти-ПД-1, анти-ПД-1. В настоящее время, повторю, у нас в Российской Федерации зарегистрировано 2 препарата – ниволумаб и пембролизумаб. Осложнения, в принципе, они по спектру, они одинаковые, но частота их меньше и тяжесть их меньше, конечно. Наиболее частым осложнением относятся желудочно-кишечные осложнения – это диарея и колиты и сыпь. Сыпь, то есть осложнение со стороны кожи. Также может быть слабость, может быть изменение со стороны печени, инфузионные реакции, эндокринопатии. Здесь чаще уже появляются тиреидиты, нежели гипофизиты. И частота их, повторяю, может быть, этих осложнений от 5 до 20%. Более редкие осложнения, остановимся на этом, могут быть пневмониты, которые не наблюдались при применении ипилимумаба. И если мы посмотрим, например, очень
тех нежелательных явлений, спектре нежелательных явлений при применении волумаба, посмотрите, общее уже число идет где-то 50%, 49%, да, там мы говорили с вами почти 90% применили ипилимумаба всех степеней, а тяжелые степени уже в меньшей мере они наблюдаются где-то около 4% пациентов. И если посмотрим по дальнейшей шкале, то третья-четвертая степень, например, со стороны кожи наблюдается всего меньше, чем у 1% пациентов, со стороны желудочно-кишечного тракта 1%, но тем не менее эти осложнения есть. И мы не знаем потенциально, мы не можем определить, у кого из пациентов будет какой вид токсичности и в какой степени. Поэтому об этом, конечно, нужно помнить. Если мы сравним ниволумаб с пембролизумабом, по своей, смотрите, по спектру токсичности они одинаковы практически, даже по частоте. Частота всех степеней, вот одно из исследований показало, что частота, она одинакова. Третья, четвертая степень, в принципе, она также одинакова. В основном все-таки это вот, здесь еще выступает слабость, сыпь, диарея и кожный зуд, кожная токсичность, о которой мы с вами уже говорили. Пневмониты. Пневмониты – то осложнение, которое появляется уже при использовании PD-1/PD-L-ингибиторов. В нашем опыте тяжелых пневмонитов не наблюдалось. Но по литературным данным, особенно по применению еще в ранних исследованиях, пневмониты наблюдались наиболее часто, чем мы наблюдаем сейчас. Но обратите внимание, частота их где-то 3%. По тем данным, которые сейчас приходят, эта частота не превышает все равно 5%. Это нечастое осложнение. Но если вы такого пациента увидите, вы запомните его навсегда. Потому что это дыхательная недостаточность, это достаточно тяжелые пациенты. Наверное, те доктора, которые использовали блеомицин для лечения герминогенных опухолей или системных лимфопролиферативных заболеваний, представляют этих пациентов. Это тяжелые пациенты. Один пациент, вам хватит его опыта, наверное, на всю жизнь, чтобы запомнить, что это такое. Осложнение может возникнуть, медиана до времени возникновения этих осложнений равняется где-то 5 месяцам. И длительность их тоже такая же. И вот примеры из тех клинических исследований, которые были проведены. Посмотрите, на что я хочу обратить внимание. Что эти осложнения могут появиться на любом этапе лечения. Есть пациенты, у которых появилось осложнение на 7-й неделе применения, есть на 15-й, есть на 22-й, 24-й. И возраст пациентов разный. Это может быть молодой пациент 38 лет, может быть 70-летний. Возможность возникновения пульмонита, она существует, невелика, но она существует. И вот такая вот картинка, не очень, конечно, презентабельная в смысле того, что понимаешь, что стоит за этим пациентом, какой уровень дыхательной недостаточности, и, как правило, эти пациенты требуют достаточно интенсивных мер. И вот еще одно из осложнений, которое бы тоже вот буквально несколько слов хотела бы остановиться, синдром выброса цитокинов на фоне анти-PD-L1 терапии, это наша пациентка, у которой наблюдался вот такой вот синдром, через 6 месяцев от начала лечения, при абсолютно благополучном течении, при отсутствии каких-либо жалоб, она приходит вот с такими кожными явлениями, с высокой лихорадкой и с признаками нарушения с дыхательной недостаточностью, что потребовало назначения специфической глюкокортикоидной терапии, причем высокими дозами, до 4 мг терапии. Она у нас сутки находилась в реанимационном отделении, но явления были оккупированы. И это я просто подчеркиваю, что осложнения могут возникнуть уже после длительного периода применения препаратов. Когда же купируются нежелательные явления при применении анти-PD-1 препаратами? В основном где-то 2 месяца. Что колиты, что пневмониты, основной вот медиана – это где-то 2-2,5 месяца. Чуть позже, в этот же период появляются тиреоидиты, то есть эндокринопатии, но длиться они могут более продолжительное время.
И такой же, в общем-то, похожий слайд, что мы с вами уже видели, о времени возникновения желательных явлений при перении ипилимумаба, здесь вот использование пембролизумаба. Как видите, мы видим тот же спектр токсичности, только здесь быстрее появляются изменения, могут появиться изменения со стороны печени. Это следующее, это эндокринопатия, особенно тиреидиты, их частота несколько больше. Но, как видите, все они разрешаются рано или поздно, эти осложнения, особенно при купировании, при правильном введении, все эти осложнения разрешаются. И буквально несколько слов о комбинированном лечении. В настоящее время в Российской Федерации у нас не зарегистрирована комбинация препаратов, но в клинических исследованиях уже доктора, наверное, имеют опыт, и в дальнейшем, скорее всего, что, конечно, мы будем иметь комбинацию препаратов. Конечно, применение комбинированной терапии, например, ниволумаба с ипилимумаба, оно более токсично. И если вы посмотрите, по сравнению с ипилимумабом, менее еще выражено, а если с ниволумабом, то это менее выражено. И третья, четвертая степень токсичности в общей сложности может наблюдаться у 50% пациентов. Изменения со стороны органов, они того же характера, это изменения со стороны кожи, желудочно-кишечного тракта, это изменения со стороны печени, функции печени и эндокринопатии. И, опять же, вот есть обновленные данные, когда мы применяем комбинированную терапию, то отменяется третья-четвертая степень при комбинированной терапии у 30% по сравнению с ипилимумабом 13%, и у 5% только пациенты, те, которые получают ниволумаб. И, как видите, обновленные данные со 2016 года, в общем-то, они особенно не разнятся, четвертая степень токсичности, она тоже достаточно велика. И, повторяю, комбинированное лечение – это где-то 50% пациентов, которые имеют такой вид токсичности. Пожилые пациенты, можно их лечить или нет препаратами, чекпоинт-ингибиторами? Да. И НАСКО в 2016 году было показано, например, на примере ипилимумаба, такие же исследования были с ниволумабом, этих пациентов можно лечить. Можно лечить в такой же дозировке, нет редукции доз для пожилых пациентов, так же, как и редукции доз при нежелательных явлениях. И исследование показало, что нежелательные явления третьей, четвертой и более степени, смертельные случаи, они были сопоставимы с общей популяцией. Таким образом, подводя итоги, можно сказать, какие основные особенности вот этих иммуноопосредованных нежелательных явлений при использовании чекпоинт-ингибиторов. Во-первых, это аутоиммунный механизм действия характер. То есть они обусловлены теми моноклональными антителами, их механизм действия, который циркулирует в крови. Следующее. Блокаторы PD-1, они имеют более благоприятный спектр токсичности, нежели блокаторы CTL-4. Особенности спектра токсичности. Эти препараты отличаются по спектру по сравнению с цитостатиками, по сравнению с таргетными препаратами, с которыми мы работали. Временные особенности. Эти осложнения не возникают сразу, они возникают через определенное время. Они могут продолжаться, достаточно длиться. Они могут возникать после окончания лечения, как вы помните, по литературным данным, через 4 года у пациента появилось осложнение от начала лечения. И возможно, волнообразное течение. Впервые мы говорим о том, что применяются глюкокортикоиды. То есть поиск, который идет очень быстро, его нужно остановить. Его можно остановить только препаратами, которые по воздействию на остановку работы иммунной системы. Это глюкокортикоиды. И в крайнем случае используются иммуносупрессанты. И это об этом доктор будет говорить еще, я не буду останавливаться. И на что хотелось бы обратить внимание, в команде докторов, которые используют чекпоинт-ингибиторов, обязательно должны быть доктора смежных специальностей. Я говорила уже об эндокринологах. Нужно помнить о том, что желательно, чтобы у вас был пульмонолог, чтобы отдифференцировать те осложнения, которые возникают, те пульмониты. Например, у пациента, который получает лечение по поводу распространенного рака легкого, это продолжение заболевания или же это осложнение заболевания, осложнение и нежелательное явление со стороны препарата. Гепатологи, гастроэнтерологи, то есть это должна быть команда, которая работает совместно с вами и ведет этих пациентов. И в этом году впервые в рекомендациях РУСКО будет раздел, который посвящен... Анатолий, у вас время. Нежелательных явлений.
Спасибо. Спасибо за внимание. Таким образом, препараты интересные, они работают, спектр он изучен, и если мы правильно будем пациентов лечить, мы получим хорошие результаты. Еще вас хочу пригласить на «Белые ночи». Форум состоится в конце июня этого года, 23 июня начнет работу. Я думаю, что та дискуссия, которая сегодня здесь начата, она продолжится и на форуме. Спасибо.